Мое имя Твайлайт Спаркл, я фристайл, мастер библиотек, королевы разносторонний, кастер, я могу создать банан из пустоты или синтепломастер, вот только зачем, как я это делаю, или чем, у меня на голове есть рог, почему, я единорог, и чем он там, только один, как прямая, через две точки проходящие, обожаю геометрию, это наука настоящая, а не всякие там истории и литературы, эти предметы в школе учат всякие куры, как Ока Лермонтов, как Ока Пушкин. Лососницы, катунца из добра пушки, но что-то в меня занесло вообще, то я умный, добрый, скромный, и не люблю зло, и грива моя фиолетово, темный, цела всяким дискордом, назло, ну так вот, я про магию говорил, учитесь. Магии боми, магии, сила управления мирозданием, через мою антенну такое не снилось. Даже Кимбену или сосиски или Рейнбоуджи, хотя она быстрее молнии, летает небесные просторы, покарит, но в магии она ни черта, не понимает на дуэли ее любой, покарает. А я училась магии, несколько лет читала, забывая про сон или обед, моя наставница Аликар, Селестия в народе, зовут Сель или просто, и благодаря ей, в стране гармонии смутьянга отправлены на луну, плохие парни, наказан дарами зла, по полу размазан добра пример, показана история дружбы рачка, рассказан Р. 34 комикса везде, замазанные, еще она управляет солнце циклами, и последнюю тысячу лет, лунную тоже вернется скоро, и ссылки у нас ей поможет. Ну а я в направлении стороной не вышла рожей, фиолетовая шкура, с прямым пробором, пчелка по характеру, трудолюбивая пчелка, но никак не принцесса. Как у всякой магессы у меня есть компаньон из Манолич Кин, БЛ, 3НД, 3Р, Уильсон зовут Спайк, сам дракон способен на локации Армагеддон, помогает в библиотеке убираться, дарыть и пытается домогаться, а в бою предпочитает отсыпать ленивая скотина. К счастью я бывала, по ним в разных передрягах бывала. Дискорда подвязали, побеждала после списки с друзьями, убирала, но я похоже затянула, давай инги, пай в наш перчик, вступай тебе. Я слово даю и в угол, четко встаю, ё.